В рамках подготовки к 6-му Всебелорусскому народному собранию на дискуссионной площадке в Светлогорске обсудили вопросы развития туризма в районе и важность создания туристического бренда Светлогорщины. Что необходимо сделать для того, чтобы Светлогорский район стал еще более привлекателен для туристов? Какие перспективные маршруты предложить людям и какие проблемы решить для достижения поставленных целей? Эти и другие вопросы обсудили на диалоговой площадке с участием председателя Гомельского областного совета депутатов Екатерины Зинкевич, председателя районного совета депутатов Людмилы Величко, представителей исполнительной власти и общественных объединений, а также заинтересованных лиц. Для каждого из нас малая родина – милый сердце уголок, красивый и родной. Здесь звонче поют соловьи, ярче светит солнце, потрясающая природа. И мы по праву можем гордиться историческим наследием.